В минувшие выходные в досуговом центре «Юность» прошел рождественский турнир по шахматам. Участие приняли в общей сложности 20 человек, среди которых 12 детей и 8 взрослых. После проведения жеребьевки и деления на группы участники с интересом приступили к игре. Геральт играет в шахматы уже 2 года. С нами он поделился, почему участие в соревнованиях важны для шахматистов. Я люблю шахматы. Это мое хобби. Мне не интересно сидеть дома и играть с сестрой, которую легко обыграть. Нравится приходить с другими ребятами, разыгрывать партии и весело проводить время. Также за это дают награды, и всем это нравится. Клуб «Дебют» существует более 3 лет и очень популярен в Горках Ленинских. Каждые выходные здесь собираются любители шахмат. Друзья и члены клуба замечают, что помещения маловато для большого количества человек, и профессиональных тренеров для работы с детьми не хватает, но стараются развивать клуб своими силами. Я привозил международного гроссмейстера, у нас был тут сеанс одновременной игры, чтобы как-то провести, это очень всем понравилось. Тут народу было просто, как будто тут какой-то Каспаров приехал. Это интересно, потому что пытаюсь всегда, чтобы этот клуб не умирал. Старшее поколение занимается в клубе по программе «Активное долголетие». Взрослые делятся, что в большей степени любят проводить здесь время из-за детей, которые на них равняются. А мотивацию победить в турнире дают награды, подготовленные организаторами. В нашем клубе сегодня очень жарко, очень горячо, потому что идет очень напряженная борьба за первое место, за наши кубки и за очень хорошие подарки. Без подарка не ушел инициатор создания клуба Сергей Дрожин, для которого была подготовлена отдельная благодарность от досугового центра. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.